У меня было несколько разных мечтаний, но одна из мечтаний, она все-таки реализовалась, потому что я играла в школу, но это была не простая школа, это была школа волшебников. То есть школа волшебников, которые умеют читать знаки, читать между строк, видеть, скажем так, ну, я тогда как ребенок не понимала этого, да, но сейчас я могу сказать, что это понимание причинно-следственных связей. Что нужно заметить в мире и что нужно сделать для того, чтобы создать то, чего я хочу, чтобы ощущать счастье, ощущать радость, ощущать легкость. И я в это играла. У меня были в школе ученики, это мои друзья, которые поддерживали тоже, им тоже это было интересно. И таким образом я понимала, что как бы что-то меня интересует, какое-то тайное знание. Но я точно знала, что я не хочу быть учителем. Тем не менее, я получила первое педагогическое образование, но обнаружила достаточно быстро, что мне намного интереснее работать со взрослыми. Мне намного интереснее раскрывать потенциал взрослого человека, который, возможно, уже в силу своего жизненного опыта наложил на себя определенные ограничения. Но я ведь знаю, что в каждом человеке скрыта невероятная мощь, невероятная сила не только достижения, а именно создания своей счастливой реальности и ощущения счастья. И зачастую взрослому человеку в этом больше нужна поддержка и помощь, потому что ребенок, он в принципе сам по себе обычно счастлив. А вот взрослый, бывает, теряет эту дорожку. И когда я обнаружила, что это такой невероятно интересный путь, помогать людям становиться счастливыми, и это привело меня вот к тому пониманию, что если я сама хочу быть счастливой, будет здорово, если я смогу помочь в этом другим людям. Ведь если вокруг меня много счастливых людей, благополучных, которые живут благополучной жизнью, они ощущают себя счастливыми, радостными, процветающими. Это и есть мой мир. Я вижу их, я их ощущаю, я с ними взаимодействую, я с ними работаю, дружу, учусь и так далее. И это мой мир. И я задала себе вопрос, а что я могу сделать для того, чтобы мой мир стал лучше? Заключается ли мой мир только границами меня самой, моими интересами, моими мечтами? Нет, потому что это гораздо шире. И тогда я спросила себя, как я могу помочь другим людям стать счастливее? Ведь это не моя ответственность. И более того, я прекрасно понимаю, что мы, каждый человек, мы не можем сделать кого-либо счастливыми. Но поддержать в том, чтобы обрести это счастье, раскрыть это счастье, у нас есть эта сила. Я обнаружила в себе невероятный потенциал воодушевлять людей, окрылять их, давать им силу. И я знаю, что одно из предназначений коуча — это возвращение людям их силы, своей истинной силы, знания о самом себе. Каждый человек стремится к счастью. Часто мы слышим, чего ты хочешь? Я хочу быть счастливым. А что для тебя значит это счастье? И важно найти эти важные ключевые моменты, опорные точки, которые составляют для человека его ощущение счастья, и описать. То есть, что ты будешь чувствовать? Какой будет твоя жизнь? Каким будешь ты, когда ты будешь ощущать себя счастливым? И затем, что для этого нужно сделать? Что ты можешь для этого сделать? И давай совершим этот путь, чтобы создать твое личное счастье. И обычно описание счастья очень много рассказывает о человеке, потому что, задавая вопрос, что для тебя счастье, и если ты хочешь быть счастливым, какой ты счастливый, каждый человек описывает себя нового, другого. И это огромный дар и невероятная ценность, которую человек дарит и раскрывается во время коучингового процесса, доверяя свои мечты, доверяя описание своего счастья, то есть фактически раскрывается сердце. И устанавливается мощный доверительный контакт с коучем, в котором взаимодействие происходит намного эффективнее и приносит великолепные результаты. Человек приходит к этому счастью, к ощущению легкости, к ощущению радости, удовлетворенности, успеха. Назначение, собственно, такой профессии, человек, который называет себя коучем, здесь можно привести, к примеру, несколько разных метафор. Одна из них — это зеркало. Это человек, который не дает советов, но который отражает внутреннее содержание человека, который, собеседника, который находится перед ним сейчас. То есть
Это человек, который помогает увидеть себя истинного. Ведь когда человек, он знает о себе что-то, у него есть определенное представление, но когда он подходит к зеркалу, он видит себя, он видит отражение, что скрыто для его глаз, когда нет зеркала рядом. Либо, другими словами, коуч – это тот человек, который помогает, то есть, как сказать, это профессиональный гид, который помогает человеку совершить путешествие из того момента, где он находится сейчас, в ту жизнь, которую он хочет создать, которую он хочет жить. И этот гид, он знает, как выбрать тот самый оптимальный путь, короткий путь, тот путь, который самый эргономичный, этичный, самый лучший для этого человека в настоящий момент времени, учитывая критерии, параметры, возможности, ресурсы в конкретный момент для конкретного человека. То есть профессиональный гид. И еще, конечно, это, можно сказать, профессиональный друг, который поддержит, который вдохновит, который поможет поверить в себя, в свои силы, поможет именно сохранять или создать высокую самооценку и поверить в свои мечты, довериться своим мечтам, поверить, что все возможно, и прийти к той жизни, о которой каждый из нас мечтает. В этом нужна поддержка, потому что часто в нашем окружении бывает так, что люди, с которыми мы живем или с которыми общаемся, они не оказывают той поддержки, которая давала бы нам силу. Так вот, профессиональный коуч – это человек, который помогает раскрыть эту силу и поддержать, дать эту поддержку и сопровождение, причем самым максимально лучшим путем для конкретного человека. Мотивация – это движущая сила, и это то, что дает заряд человеку в движении его по жизни, дает ему энергию. То есть фактически мотивация – это тот, скажем, бензин для машины, да, либо для ракеты, горючее, которое позволяет сдвинуться с места и начать движение. С того момента, где мы находимся сейчас, к тому моменту, где мы хотим быть. Если это на образе ракеты, то, пожалуй, это вот как раз, когда ракета устремляется в космос, ракета устремляется во Вселенную. И для того, чтобы это произошло, нужен сильный импульс, кроме горючего. И этот сильный импульс и есть мотивация, которая нами движет. Мотивация – это важно, но это далеко не все, что касается коучинга. Это всего лишь часть, очень важная, но все-таки часть. И здесь важно говорить о той мотивации, которая, можно назвать ее истинной, либо внутренней мотивацией. То, что идет из самого сердца, то, что является правдой для своего, для самого человека – это субъективное понятие. Ведь то, что движет одним человеком, совершенно может быть бесполезным либо нейтральным для другого человека. Но для каждого отдельного человека истинная внутренняя мотивация – это настоящее дыхание, это крылья за спиной, это сила, это энергия, это огонь в глазах. И когда эта внутренняя мотивация найдена, это найдена первая сила, которая поможет достичь то, чего человек хочет достичь, реализовать мечту, реализовать те цели, которые он хочет для себя создать, то качество жизни, ту реальность, в которой он хочет жить. Я думаю, что здесь самое главное правило, пожалуй, три. Я бы выделила. Первое правило – это точно понимать, чего ты хочешь. То есть точно понимать, каким ты хочешь быть, какое ощущение состояния приносит тебе счастье, какое качество жизни приносит тебе ощущение счастья. Это первое. То, что будет работать как ориентир, как маяк, который будет притягивать, манить твоя Вселенная. Это первое. Второй важный критерий – это не только знать, что, чего ты хочешь достичь, это составить такую дорожную карту, проложить маршрут, как это создать.
Потому что если мечтать и знать, чего ты хочешь, но при этом не пытаться это создавать и не пытаться этого делать, эта мечта останется фантазией. И она не только не приведет к счастью, она более того может привести к разочарованию, потому что человека какое-то время она питает, а потом это не реализуется. Из-за того, что это не реализуется, человек испытывает совершенно противоположные чувства и ощущения. Поэтому второе – это планирование, которое помогает создать эти события. И третий шаг, невероятно важный, это непосредственно сами действия. Потому что, когда я знаю, чего я хочу, меня это мотивирует, меня это воодушевляет, так же, как и любого другого человека, у меня есть дорожная карта, на которую я опираюсь и достигаю того, чего я хочу, я создаю это в жизни, и я начинаю действовать. Несмотря на то, что мне может быть страшно, несмотря на то, что я могу в чем-то сомневаться, несмотря на то, что в какой-то момент времени у меня недостаточно силы или я не понимаю, как действовать, очень важно найти какие-то доступные, понятные шаги, маленькие. Вот как говорится, если моя мечта глобальна, то вот нужно ее разбить на маленькие понятные кусочки и начать совершать те действия, которые доступны сегодня. Когда я могу сделать малюсенький шаг, и мне откроется новая перспектива. Когда я сделаю следующий шаг, и я увижу еще немножечко дальше. И с каждым шагом я буду приближаться все ближе и ближе к своей мечте. И также я как коуч помогаю в этом своим клиентам. Видеть то, что вначале может страшить. Видеть то, что манит, но постепенно становится открытым и понятным. Пройти этот путь с сегодняшнего момента к той жизни, в которой человек ощущает свое счастье. Я работаю в Академии профессионального коучинга Fowler International. Это американская академия, которая в свое время первая начала проводить обучение профессиональных коучей, подготовку профессиональных коучей на русском языке. Академия основана Бэрри Фаулером. Это достаточно известный человек в Америке, очень успешный коуч, наставник, лайф-коуч и бизнес-коуч. Человек, который на протяжении достаточно длительного периода, уже порядка 40 лет, ведет свою персональную практику и, кроме того, на основе вот этого успешного опыта создает обучающие программы. Когда-то, много-много лет назад, скажем, он создал свой первый бизнес, который он открыл, образовательный центр для детей. Этот центр называется Sylvan Learning School, в котором Бэрри Фаулер предложил обучающие программы для школьников, где школьники смогли пройти годовую программу по любому школьному предмету буквально за 36 часов. Это помогло невероятно детям в том, чтобы освоить какой-то предмет очень быстро. И вот с давних пор, когда был открыт первый центр Sylvan Learning, с тех пор прошло много лет, и в настоящее время более 1200 филиалов работают по всему миру, и более 5 миллионов детей прошли обучение в этом центре. То есть это уже франчайзинговый бизнес, и эта компания входит в топ 100 лучших франчайзинговых компаний всего мира. Бэрри Фаулер затем, ведя очень успешную коучинговую деятельность в бизнес-коучинге и в лайф-коучинге, заметил определенную последовательность, как люди достигают успеха, что приносит самые лучшие результаты. И на основании вот этого многолетнего опыта его личного и его команды он создал обучающую программу по подготовке профессиональных коучей. То есть мы обучаем людей, каким образом помогать своим клиентам становиться успешными и реализованными в основных 6 сферах жизни. Это то, что касается финансов, то, что касается работы, бизнеса, здоровья, отношений, духовности, эмоций, стиля жизни. То есть все то, что помогает поднять и улучшить качество жизни, каждому человеку выйти на новый уровень. Кто-то может захотеть стать коучем, и мы всегда рады людям, которые хотят научиться это делать профессионально, улучшать этот мир и помогать людям. И тогда добро пожаловать в нашу академию и на обучение коучингу. Под этим видео есть ссылка, по которой вы можете перейти на сайт нашей академии, увидеть, какие у нас есть курсы, расписание, и подать заявку на участие в этих курсах. При этом мы проводим обучение онлайн и офлайн в некоторых городах в разных странах мира. Сейчас мы выходим в офлайн режим, в том числе.
числе. Также на этом сайте можно найти контакт со мной, потому что те курсы, которые проводятся офлайн в Лондоне, на сайте есть мой телефон, и можно будет связаться непосредственно со мной. То есть это то, что касается обучения. Если вы хотите помогать людям, welcome, мы всегда вам будем рады. Более того, вы можете подать заявку, и если у вас есть вопросы, мы с радостью ответим на все вопросы. Сразу скажу, что с теми, кто регистрируется на курс, созваниваются наши тренеры. То есть мы общаемся напрямую с теми людьми, которые хотят прийти к нашему, в наше обучение. Мы заинтересованы, чтобы время прошло максимально эффективно и с пользой. Поэтому вполне возможно, что на вашу заявку сделаю звонок именно я или кто-то из наших тренеров. А если же вы нуждаетесь в помощи коуча, здесь тоже есть масса вариантов. Во-первых, я могу быть вам полезна как коуч. И для этого также внизу будет ссылочка на мою страничку в Фейсбуке, где вы можете прислать мне личное сообщение. Добро пожаловать, вы сможете описать мне свою ситуацию, и я, послушав вас, смогу понять, насколько я могу быть вам полезна. Это будет бесплатная встреча, бесплатный контакт, разговор по телефону, в WhatsApp, или в мессенджере, или в Viber, или в Skype, как удобно. Вы расскажете мне свою ситуацию, мы поговорим, вы узнаете, и мы узнаем, мы оба поймем, насколько нам комфортно друг с другом, и насколько я могу быть вам полезна, потому что сразу скажу, я берусь не за все запросы, и, естественно, я могу понять, насколько человек готов к коучинговому процессу, либо нет. И также я могу понять, насколько человеку нужна помощь коуча, либо другого специалиста. И также порекомендовать, может быть, другого специалиста, если на данный момент это будет более эффективно. Поэтому ссылочка под этим видео. Пожалуйста, пишите, буду рада вам помочь. Нашего сюжета я хотела бы обратиться ко всем зрителям, которые будут смотреть это видео. Во-первых, я благодарю вас за то, что вы посмотрели этот сюжет. Я надеюсь, что вам стало немножечко понятнее, что такое коучинг, для чего он предназначен и в чем вам может быть полезен коуч. Может быть, кто-то из вас решил стать коучем. Отлично. Но я хочу вам дать вам одно пожелание или рекомендацию. Во-первых, я предлагаю вам захотеть меняться и менять свою собственную жизнь, потому что ваши ресурсы и ваши возможности не ограничены. Даже если вы в данный момент понятия не имеете, как это сделать, просто знайте, что это возможно. Я хочу, чтобы вы поверили в то, я желаю вам поверить в то, что возможно абсолютно все. Возможно все, нужно только знать как. Откройте для себя сначала эту возможность. А как вы узнаете, совершая маленькие шаги, каждый день какое-то маленькое действие, перед вами будет открываться огромный широкий путь, в котором вы обретете то счастье, о котором, возможно, сегодня даже не вообразите и даже не мечтаете. Но это тот путь, который, если вы позволите себе совершить, откроет вас настоящих, вашу истину, вашу уникальность и ваша жизнь засияет, как ценнейший, ограненный, сияющий алмаз. Ценности, которую вы несете в этот мир. Каждый из вас алмаз, поверьте в это. Позвольте себе сиять во всем своем великолепии. Я желаю вам всего этого от души и от всего сердца.